Întâlnirea amicilor cititori din Râbnița cu autoarea peste 400 de poezii pentru copii, Nina Mihailova. Есть город Рыбница на свете, уютный, очень небольшой. Скажу вам, взрослые и дети, я приросла к нему душой. Поетеса spune că a început să scrie pentru copii, anume după o serie de asemenea întâlniri cu elevii, de la care a învățat să privească lumea cu ochi de copil. Această inspirație a ajutat-o să scrie cele două volume de poezie Aș vrea mare să devin și Pământul casa noastră. Детские стихи, детская поэзия намного более ответственнее, чем взрослые. Фальшивить перед детьми нельзя. Им нужна только искренность и обязательно понятен должен быть смысл, излагаемый в поэзии. А детские стихи были как бы перемешивались вместе со взрослой поэзией. Но потом, когда я поняла на встречах с детьми, когда читали стихи взрослые, до них они, прямо сказать, не до их ума детского они не доходили. Поэтому я задалась, а когда читала несколько стихотворений детских, у них глаза загорались, они просыпались, они входили в образы и очень внимательно слушали. И я задалась целью писать для них. И вот я издала две книги. Я хотел бы взрослым стать 40 стихотворений. И вторая книга, последняя вот полтора года назад, «Земля – наш дом», 27 стихотворений. Первая книжка, которую она написала, «Я хотел бы взрослым стать», она вышла у нее в 2007 году. В этой книге очень много стихов, он именно стихи эти абсолютно на все темы. Здесь и о Рыбнице, 20-летию Рыбницы было, о Великой Отечественной войне, о победе. В общем, все, что происходит у нас, все в ее стихах отражены. Это вот «Я хотел бы взрослым стать». А вторая книжка у нее – «Земля – наш дом родной». Но эта книжка – это как раз о том, что у нас самое больное на земле, что мы должны защитить землю от всего плохого и наносного, которое у нас существует. Вот мы в этой эти стихи будут посвященные именно как сохранить нашу планету. La rândul lor, copiii s-au arătat inspirați de poezia autoarei. Unii dintre tinerii cititori spun că chiar încearcă să scrie primele versuri. Она как бы сердцем чувствует то, что происходит. Даже самые простые предметы она описывает в хороших стихах. Да, я хочу стать писательницей, но у меня есть талант, так все говорят. У нее очень красивые стихи, интересные. Они понятны почти что каждому ребенку. И она специально пишет для детей, чтобы в детях просыпался талант. Мне больше всего понравились стихи писателя и то, о чем она рассказывает. Нравится тем, что все на реальных событиях происходит. Мне нравится стихи читать, потому что в них чем-то новым узнавать. Я сам раньше писал стихи. Nina Mihailova este autoarea peste 400 de poezii pentru copii. Marina Angel, Ruslan Șolcan, de la Râbnița pentru Elita TV.